Хочу еще заснять небольшое видео про веники. Такой лайфхак. Для себя я, чтобы мне легче было вязать их. В прошлом видео, получается, я чистила веник и держала одновременно в руке. Тяжело, устают руки, когда много делаешь. Сейчас я начищаю сразу заготовленные ветки, где будет ручка, листочки убираю, все обрываю, что ненужное. И вот потом только я собираю, формирую уже готовые, очищенные, и затягиваю. Это гораздо проще. Про затягивать. Очень, конечно, тяжело затягивать веник, чтобы был сразу прочно, надежно все сделано. Мне пришла такая идея, не знаю, может, еще кому-то приходила такая же, но я не видела нигде, ни в каких видео. Это использовать вот такие хомуты пластиковые. Интерес в чем? Сначала ты его прихватываешь, веник, а потом через недельку ты можешь его еще и затянуть потуже, если он вдруг рассохся. То есть будет вот так выглядеть. Эти хвостики я пока не обрезаю, для того, чтобы через какое-то время его снова протянуть, затянуть потуже. Сейчас покажу, как я делаю. Потому что первый веник, когда я хомутом затягивала, хомут порвался. У меня было такое удивление. Сейчас я использую веревку, привязанную к ручке. Одним словом, беру ветки, формирую веник. Очень удобно, когда уже все начищено, готово, только выбирай, складывай. Все просто замечательно. Ну, я думаю, больше и не надо. Беру хомутик. Прихватываю сначала. Теперь беру веревку. Затягиваю. И вот хомутик, он совершенно ослабший. Я его протягиваю. Можно еще немножко. Все, больше не протягиваю. Потом, если вдруг высохнет веник, то можно еще затянуть. Но я думаю, этого вообще вполне достаточно. Вот опять же ослаб. Подтягиваю. Все, готово. Хвостики пока обкусывать не буду. Веник еще обрежу. Здесь и здесь. Веничек будет готов. Они не плавятся в бане, ничего с ними не происходит. Мы парились с таким веником в бане совершенно. Никакой разницы нет, но все гораздо проще, комфортнее. Вот за буквально короткий промежуток времени веничек затянут, и сил потрачено на это совершенно. Совершенно не потрачено, можно сказать, силы. Очень удобно.